Два раза в год администрация городского округа Люберцы совместно с Центром занятости населения проводит ярмарку вакансий. Это мероприятие помогает найти работу рядом с домом и в сжатые сроки решить вопрос с трудоустройством. Очередная встреча работодателей и потенциальных сотрудников прошла в Триумфе. Там работала съемочная группа нашего телеканала. На одной площадке представители 30 компаний, которые готовы взять в свою команду новых сотрудников. Сфера деятельности работодателей разнообразная – торговли, здравоохранения до промышленности и производства. На предприятии «Звезда» сегодня открыто около 20 вакансий. Инженер-конструктор, инженер-технолог, токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением. Люди спрашивают, вот подходит, буквально секунда-две проходит, и новые люди подходят. И есть очень много желающих нам прийти. Всего в базе Люберецкого центра занятости 1017 вакансий. Большая часть по рабочим профессиям. Среди самых востребованных – швеи, слесари, токари, водители и почтальоны. Сегодня у нас присутствует тут мой бизнес, который поможет, проведет консультацию. Если кто-то не сможет вдруг найти себе работу, но захочет открыть собственное дело, помогут составить бизнес-план, подскажут, какие финансовые средства и субсидии могут получить из бюджета на открытие собственного дела. Благодаря работе Центра занятости населения в городском округе удается сокращать численность безработных. Если в начале 2022 их было 1090, то на сегодняшний день в поисках работы 569 человек. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.